Догадайтесь, какой главный инструмент петуниевода? Очень смешно. Это, оказывается, маникюрные ножнички. Значит, мы и черенкуем с помощью маникюрных ножничков, очень удобные, потому что концы острые, и обрезаем все отцветшие побеги, все. Причем не только, как вот обычно убирается отцветший цветонос, но нужно отрезать с цветоносом, на котором находится семенная коробочка. То есть растение в первую очередь отдает все свои питательные силы на, отдает все питание на развитие семенной коробочки для того, чтобы созрели семена. А здесь такая особенность есть. Идет главный побег, листочек, цветонос, и потом уже идет еще дополнительный побег, то есть что дает петунии кустистость. Поэтому нужно обязательно убирать. Ну, во-первых, это и будет выглядеть очень эстетично, то есть отсутствие неряшливости, ну и наращивание боковых побегов.